Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на данных часах. Итак, для этого мы свайпаем вниз. Да ё-моё. Свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Он выглядит таким образом. Нажимаем на него и таким образом включаем его. Если нажмем еще раз, то, соответственно, выключаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.